В Архангельской области подвели итоги работы студенческих медицинских отрядов. Будущие эскулапы помогали врачам и пациентам в 7 медицинских учреждениях Архангельска. И прежде чем вернуться в свои регионы, ребята отметили завершение трудового семестра праздничным концертом. Межрегиональный сводный студенческий отряд «Коллеги» работает в регионе с 2017 года. И за прошедшее время его участниками стали студенты-медики из 20 субъектов страны. Архангельская область стала первооткрывателем в этом направлении, так как подобный трудовой проект ранее не реализовывался. В этом году в отряде бойцы из 6 регионов. В Иркутске, в Новгородской области были впервые созданы медицинские отряды после участия в этом проекте. Сейчас мы уже стали принимать полноценными медицинскими коллективами. То есть от каждого региона приезжает там, от 8 до 15 человек полноценный отряд. И поэтому 6 регионов в данном случае это немало. Это наоборот очень здорово. Студенты работали в качестве младшего медицинского персонала в приемном отделении в Талагах, в мужском буйном, в женском отделении в наркологии, в детском и подростковых отделениях, в том числе в Устьянской и Вельской центральных районных больницах. В Москве на данный момент довольно сложно устроиться людям, у которых нет сестринского сертификата. А у нас, к сожалению, сестринский сертификат можно получить только на 4-м курсе. И это незабываемый опыт того, что мы можем поездить по разным городам, попробовать себя в разных отделениях, потому что приезжая, мы не знаем, куда нас поставят работать. Надо сказать, в этом году впервые был реализован проект по трудоустройству студентов-медиков в районных больницах. И опыт этот будет применен по всей области. Те условия, которые предлагаются для студенческих отрядов, это и оплата труда, это и питание, и проживание, они позволят в целом привлечь большее количество людей именно в районной области, сделав акцент на это, потому что сейчас акцент по-прежнему еще смещается на города. Но мы надеемся, что эта ситуация будет переломлена уже к следующему году. Напомним, что проект «Межрегиональный сводный студенческий медицинский отряд «Коллеги» реализуется студенческими отрядами Архангельской области в партнерстве с СГМУ при поддержке регионального агентства по делам молодежи, а также Министерства здравоохранения Архангельской области. Алексей Макеев, Евгений Зыков, регион 29.